Здорово, подписата. Сегодня у нас такой походный обжор. 5 беляшей. Ну, не знаю, 5 не съем. Вот. 1, 2, 3, 4, 5 мясных беляшей. Но 3, наверное, съем по-любому. Кстати, их только сейчас тетенька одна пожарила, я у нее забрал. Ну что, поехали. Плохо, что чайка нету рядом. Что-то я думаю, что домой идти можно и здесь похавать. Как-никак уже природа. Какой-то лист нашел. Вернее, оторвал. Сегодня расскажу историю. Как так получилось, что я от ДПСников, когда уезжал, ну, чтобы они меня не поймали, как убегал на машине тут, по дурости вообще. И попались добрые. Опять же, их всего там было, может, пару случаев, когда добрые попадались такие, что лишнюю статью мне не накинули, которая это, штрафы дороже идут. Там был я и сын мой. В общем, получилось так, что купил сыну новый велик. Как сейчас помню, в Спортмастере Штерн назывался. Что-то 8500 или 7500 стоил. Ну, такой красивый. Ну и его сына от матери забираю. Заезжал к матери. Он что-то у нее был. И едем, ну, ко мне. А где мамка жила? У нее... Там частенько на перекрестке депсы дежурили. Ну как, втихарца встанут, потому что такие особо одаренные личности, типа меня, нарушали там. И там только поворот направо, а я всегда ложил на это. И мне надо было налево, и я не выезжал. То есть до первого поворота, чтобы развернуться и налево. Я так, втихарца никого нет. И они стояли специально за машиной, таких ловили. И звонят. Ну и в общем, а перченые беляши, в общем, еду до перекрестка, никого не вижу, поворачиваю налево с ним же. В общем, смысл в чем, что велосипед я не возил наверху, а возил его сзади. А сына, так как он маленький, запрещено до 12 лет возить детей на переднем сиденье без кресла. Кресла у меня не было. Мне вообще пофигу тогда было на это кресло. И в общем, сзади этот велосипед на задних сиденьях, он впереди едет. И я поворот налево, и стоят депсы. И я разворачиваюсь и по газам от них. Они-то подумали, я какой-то преступник там, может. Ну и, в общем, буквально там 2 минуты они меня быстро догнали там на улице Продольной уже, поймали. Ну как, прям подрезали и все. Я сильно и не стал от них убегать. Короче, они на 14-й, у них какие-то там движки, я не знаю, то ли форсиры, но они прям быстро ездят. Ну, по крайней мере, семерку, что там ее догонять-то? Ну, подрезали, говорит, выходи из машины, к нам садись.
А сыну, по-моему, лет 5 было. Ну да, где-то так. Я говорю, пошли, сын, вместе присаживаемся, короче, он на колени присаживается. И начинает, что за ситуация, что ты убегал, ты пьяный, дыхни. Я говорю, да не пьяный, блин, просто убегал и все, испугался вас. Ну и получается так, что я хоть воды попишу, чай не взял. Я спонтанно просто, если бы так специально, я пришел бы с собой, доску принес бы, чай бы налил бы. И, короче, начинаю ему. Я говорю, я разведенный, ко мне сын приезжает, мы с ним здесь. Он раз, пробей его по базе, он, наверное, его... Они подумали, что я вообще сына украл и от них убегал, чтобы типа меня не поймали. Пробей его, он, может, в федеральном розыске там. Сын тоже сидит, охуевает с этого всего, так смотрит. Ну, кстати, он запомнил эту ситуацию, это как эмоция какая-то. Ну, в общем, там, короче, говорит, смотри, ты за поворот вот за этот и... Неповиновение, типа неповиновение властям. Я говорю, каким властям? Говорю, вы мне начали, прими вправо. Я там, говорю, только со второго раза только остановился. Говорит, ну ладно, ладно, короче, прощаем. Вот такие, ну, в принципе, добрые дяденьки. Ну, как добрые? До поры до времени. Короче, они мне приписали только один штраф. Вот этот за... За нарушение поворота. А вот это то, что я от них убегал, ничего не стали. Да и вообще вот эти нарушения, я сколько раз ловился на них. Еду в 3 часа ночи на улице там Советская, поворот, где ресторан «Маяк», не доезжая. Вроде никого нету. Оп, думаю, сейчас нарушу в 3 часа ночи. Бах, уже сразу принять вправо, иди сюда. И сразу опять штраф 1000, 1500, что там. Ну, вот, короче, так и получается, что постоянно надо. Короче, надо соблюдать правила. Видишь, они всегда хочется, когда куда-нибудь там это, особенно когда таксером работал, туда-туда, быстрее. Заказ делал. В результате, вот это, когда я попал в центре, ехал за заказом 200 рублей заработал, попал на 1000. Все, приехал. Что, завтра 9 мая, да? Ну, я лично пиво буду пить. Мне все можно. Не знаю, как вам, но мне завтра можно. Хоть я и не фронтовик, но... Два съел, уже наелся. Вот те, меня их отчим называет тошнотики. Но они большие. То есть, вот смотри, как лицо, да? Вот я, смотри, размер лица. Вот. Это по-любому большое. Что тут? Поподжаренный какой-нибудь. Третий съем и хватит. Кто-то хочет чего-то. Блин, ну такие беляши надо. Хоть они только пожаренные. Блин, их надо с чаем.
Причем чая не меньше пол-литра удела. Потому что на сухую что-то они прям это не очень заходят. Точно тошнотик. Уже тошнит. Всем пока, с 9 мая. Много не употребляйте алкоголя завтра.